Здравствуйте, уважаемые друзья. Здравствуйте, коллеги. Как меня слышно, видно? Если все хорошо, поставьте просто плюс в нашем чате. Рад вас видеть сегодня на вебинаре, который посвящен возможности получения дохода, создания дохода, да? Спасибо, Николай. Вижу, что плюсики. Значит, слышно, видно меня хорошо. Вот. Данная возможность, по сути дела, предоставляется абсолютно любому партнеру и инвестору компании Skyway Capital, но я знаю, что далеко не все готовы делать какие-то шаги, чтобы зарабатывать немного больше, чем они зарабатывают сейчас. Ну, так показывает жизнь, да? То есть, как бы так. Жизнью, в принципе, на 100%, наверное, недоволен никто. Редко можно встретить человека, который может сказать: вы знаете, у меня вообще все хорошо, вот, мне ничего не надо, я счастлив настолько, насколько я могу быть счастлив и так далее. Вот. Вы знаете, да, что более 90% людей, скажем так, считают, что им бы могли платить больше на работе, чем они зарабатывают на сегодняшний день, да? Вот. Но, скажем, из этих 90%, которые считают, что им могли бы платить больше, далеко не все готовы предпринимать какие-то усилия, чтобы помимо того, что они получают там, у них появилось что-то еще. Вот. Я думаю, что большинство из вас читали книжки Роберта Киосаки и еще целого ряда, скажем так, авторов, посвященных финансовой грамотности, да? И фактически во всех книжках рассказывается о законе 80-20, я думаю, вы слышали, да? Киосаки его называет даже более жестко 90 и 10. То есть 10% населения Земли – это те люди, которые как бы креативны, которые готовы искать что-то новое, готовы действовать и так далее. Как правило, именно из этой среды, скажем так, находятся те, кто изменяет жизнь к лучшему, да? 90% – это люди, которые, как правило, всегда задают один и тот же вопрос. А что случилось, да? Что произошло? Потому что в жизни что-то изменилось. Вот. Они уже как бы так начинают пользоваться изменениями, но это прошло мимо них, они на этом, скажем так, не смогли не вовремя сфокусироваться, соответственно, они не смогли получить доход от того, что новое вошло в эту жизнь. Да? Кстати, большинство из нас, кто сегодня является инвесторами компании Skyway Capital, пропустили такие возможности, как, например, интернетизация, да? То есть как бы так введение, там, появление новых провайдеров и так далее. Пропустили ту возможность, когда можно было быть инвестором, например, в таком направлении, как мобильная связь. Телевидение, да, это было, скажем так, лет 50, 60, 70 назад, кто инвестировал деньги в этом направлении, получили доход, спутниковая связь там и так далее. Вот. Когда-то, скажем так, одним из самых богатых людей стал Эндрю Карнеги, да, или Карнеги, который жил на территории Соединенных Штатов. Он один из первых распознал, что, скажем так, сталь и плавильная промышленность даст может дать большой доход. Это было в 19 веке, он стал одним из самых богатых людей в мире. Кстати, очень интересная история этого человека. Он написал себе план, либо цель, к 40 годам заработать миллион долларов. Поверьте мне, в 19 веке миллион долларов была сумасшедшая сумма. Чтобы после 40 лет раздать ее тем, кому это будет необходимо. И вот этим он занимался. Он один из первых, который учредил, скажем так, премии в университетах для успешных студентов и еще много чего сделал. Итак, возможность, которая есть у компании Skyway Capital, это сегодня, да, стать инвестором. То есть вы можете приобрести пакеты, которые есть в разделе личного кабинета, стать инвесторами в нашем проекте, стать собственниками в ближайшее время крупнейшей транспортной компании, потому что емкость транспортного рынка огромна. Анатолий Эдуардович Юницкий смело заявляет, что 30-50% всего транспортного рынка займет технология Skyway. Да, и мы над этим как раз работаем. То есть любой человек, который сегодня инвестирует свои денежные средства по возможности, то есть у каждого разные возможности стартовые, да. Вот. Есть люди, которые, скажем так, набираются денег буквально там на маленький пакет стоимостью 15 долларов. Но у этих людей никто не может отнять возможность делиться информацией о нашем проекте. Если эти люди активно это делают, то под ними начинает выстраиваться партнерская структура, структура из инвесторов, которые приобретают пакеты разного номинала, а их за это компания вознаграждает по партнерской программе, о которой мы с вами сегодня будем говорить. Чем уникально вообще, скажем так, сотрудничество с компанией Skyway Capital? Тем, что в мире существует несколько там, тысяч, почти 10 тысяч, да, различных компаний, которые используют партнерские программы. Вот. В большинстве из них, да не то что в большинстве, практически во всех, есть какие-либо товары и услуги. Да? Как правило, когда эти компании выходят на рынок, вот, они предлагают людям, проживающим в разных уголках земного шара, стать их клиентами, да, этих компаний, то есть зарегистрироваться у них в компании, вот, либо быть просто клиентами и пользоваться услугами, либо товарами, которые там есть. Либо помогать этим компаниям создавать рынок потребления их продукции либо услуг, и за это они с вами готовы делиться деньгами. Да? То есть по их маркетинг-планам, разновидностей маркетинг-планов достаточно большое количество, то есть они есть разные, там матричные,
бинарный, классический ступенчатый маркетинг, да, онлайн-маркетинг и так далее, и так далее, и так далее. То есть on-level, да, там выплаты с уровней. Об этом тоже можно почитать, если у вас будет желание разобраться, скажем так, в схеме работы MLM-компании. Вот. У нас же ситуация такова, что сегодня есть возможность стать инвестором, да, то есть в тех компаниях, которые предлагают сотрудничать по, скажем, их маркетинг-планам в MLM-бизнесе, для того, чтобы стать совладельцем компании, получить какое-то количество акций этой компании, нужно создать многомиллионный в долларах, да, либо в евро товарооборот. То есть вам нужно построить громадную структуру из нескольких десятков, сотен тысяч людей, может быть даже миллионов людей, которые будут пользоваться услугами той компании, и только после этого вам, может быть, предложат возможность стать совладельцами компании и предложат какой-то пакет акций, да, который вам, может быть, подарят, а может быть, вы сможете купить. Здесь же все происходит по-другому. Сегодня мы предлагаем стать совладельцами крупнейшей мировой транспортной компании. Да? И при этом, если вы делитесь информацией, у нас еще есть маркетинг-план, чтобы вы могли зарабатывать сегодня, не дожидаясь выхода нашей компании с транспортной технологией в конце 2017 года на мировой транспортный рынок, и с пакетами долей компаний, которыми вы сегодня владеете, на мировой рынок инвестиций. Вот такого не предлагал никто. То есть фактически вы становитесь сначала совладельцем компании, и если у вас есть желание улучшить свою финансовую составляющую жизненную сегодня, вы можете приложить усилия, простые усилия, они нелегкие, сразу хочу сказать, да, потому что работать придется с информацией. Иногда человеку, скажем так, донести информацию бывает достаточно сложно, потому что есть люди, которые открыты, а есть огромное количество людей с разным уровнем упертости, с разным уровнем гордыни, да, то есть с разным уровнем образования. И если у вас образование немножко меньше, чем у них, они считают, что вы ничему их научить не можете, нового сказать тоже не можете. К сожалению, это так. Вот. Но если вы, скажем, в своем кругу общения, неважно, кстати, сколько вам лет, имеете определенный уровень авторитета, да, и вы разобрались в нашей возможности, считаете, что это хорошо, соответственно, у вас будут появляться последователи. И за каждого человека, который придет следом за вами, разберется, что из себя представляет технология, да, примет решение инвестировать в наш проект, примет решение, возможно, с вами стать партнерами, потому что, вы знаете, я вам сразу хочу сказать, я ни в коем случае не агитирую, чтобы вы каждого человека, который проходил мимо вас, цепляли, да, бобром и заставляли заниматься бизнесом в нашей компании. Нет, такого не произойдет. Да такого не бывает. Как я вам говорил, да, 90% людей в этой жизни говорят, что случилось. Потому что так и происходит. Есть те, кто активно что-либо продвигает, есть те, кто активно что-либо развивает и внедряет, а есть потом огромное-огромное количество тех, которые просто пользуются и платят за это деньги. Так вот, у вас есть возможность не просто потом платить деньги, а, скажем так, принять участие в организации этого большого бизнеса, да, потому что вы знаете, что в планах нашей компании строить дороги по технологии Skyway в разных уголках земного шара, на разных континентах, и все эти дороги через какое-то время будут приносить прибыль. Если вы сегодня становитесь инвестором в нашем проекте, соответственно, на то количество долей компании, которое у вас будет, да, будут распределяться эти дивиденды. И чем больше у вас будет долей, тем просто больше денег вы будете получать в виде дивидендов. А сегодня вы можете давать информацию окружающим людям и зарабатывать деньги от создаваемого вами товарооборота. Здесь товарооборотом являются деньги, инвестируемые вашими партнерами по вашей рекомендации в наш проект. Они приобретают для себя какие-либо пакеты акций, вас за это компания вознаграждает тем, что вы помогли нам привлечь денежные средства, вы помогли нам продолжать стройку, которая у нас продолжается сегодня, да, на территории Белоруссии, в Минской области, недалеко от города Марьиногорка. Вот. И за это вы получаете то денежное вознаграждение, которое заслужили. Сразу хочу сказать, тяжелой физической работы здесь не будет. Да? Ну, может быть, будет работа для вашего языка и голосовых связок. Когда-то я имел опыт довольно длительной работы в MLM-бизнесе. И слушая одного успешного сетевика, вот, наверное, не побоюсь назвать его фамилией, который звучит так, Фабрис Карерле, это один из французов, который когда-то принимал активное участие в запуске компании Vision, которая до сих пор работает на территории целого ряда стран. Вот. И он сказал, в этом бизнесе болтуну воздастся. Только сразу хочу сказать, болтуну в каком смысле? Не нужно ничего придумывать, да? Не нужно ничего приукрашать. Не нужно, скажем так, от себя какое-то мнение довешивать на то, что есть. Ну и не нужно что-то скрывать от людей. Потому что, в принципе, в нашем бизнесе есть определенные правила, определенные нормы и определенные условия, выполняя которые человек может расти и больше получать доход. То есть я всем рекомендую быть открытым. Да, предлагать людям эту возможность, не быть назойливым, вот, никого не доставать, не заниматься спамом в огромном количестве во всех социальных сетях, в которых вы есть, да, каждый день рассылая там десятки тысяч писем, даже тем, кто просто-напросто не интересуется данной возможностью. Но вот всегда поговорив с теми людьми, которые вас окружают в повседневной жизни,
слушая их внимательно своими ушами, да, зная проблемы этих людей, и даже не для того, чтобы надавить на их больное место, зная эту проблему, вы просто можете сказать: слушай, вот мы с тобой говорили на прошлой неделе, ты говоришь, что тебе надо было бы денег на это, да, на учебу ребенка, на его секцию, на приобретение новой мебели, неважно на что. Вы просто можете сказать: ты знаешь, я могу тебе помочь, я знаю, при помощи чего это можно сделать. А что, а как? Вот тут очень важный момент. Вам не самим лучше бы всего этого рассказывать, да, что вот тут есть Skyway, есть, скажем так, будет скоро транспорт с наименьшим коэффициентом аэродинамического сопротивления, что струны рельсы из себя представляют натянутую внутри, скажем, высоколегированную проволоку, которая будет залита модифицированным бетоном, и все это будет в железной упаковке там, и так далее, и так далее, и так далее. Вот этого говорить сразу, может быть, и не надо. Но просто надо заинтересовать человека, если ему эта возможность действительно необходима, если он увидит в ней плюс для себя, да, вы просто можете пригласить его навстречу к своему наставнику, это тот человек, который вас пригласил, если такое имеется в вашем городе, например, да, либо пригласить его на мероприятие в интернете, которое у нас проходит каждый день фактически, и человек может услышать о данной возможности. Вот таким вот образом. Как говорю, настаивать, тянуть за рога, мало того, ни в коем случае не платите ни за кого деньги, не регистрируйте под себя, не сказав этому человеку. Потому что это будет, вы знаете, благими намерениями часто дороги устилаются не туда. Вы будете идти не по розовым лепесткам, а потом по шипам. Да? И вас это ударит другим концом палки. И таких случаев огромное количество. Не старайтесь сделать людей счастливее, чем они того хотят сами. Расскажите. Покрутил он у вас пальцем у виска. Не надо его регистрировать, мало того, еще своими деньгами ему акции покупать. Ни в коем случае этого не делайте. За вами пойдут те, кто услышит. С ними вы сможете поработать. Из этих людей выявятся те, которые будут готовы делать те действия, которые делаете вы, и таким образом у вас будут образовываться люди, ну, назовем их так, поначалу просто, скажем так, которые активно хотят развивать бизнес, потом они превращаются в лидеров, которые сами уже без вас могут развивать этот бизнес, и вы можете взять себе новых людей. Всех тех, кто купил акции, всех, их не нужно заставлять тоже строить бизнес по партнерской программе. Потому что человек, который является инвестором, скажите, плох он или хорош? Я считаю, что он хорош. Он сделал свое действие, он купил себе какой-либо из пакетов акций, да, и он может ожидать выхода группы компаний Skyway на международный рынок инвестиций, на рынок транспорта, и в дальнейшем получать свой доход, о котором вы ему рассказали. Вот. Но среди тех людей, которые под вами будут зарегистрированы, найдутся те, кто не прочь просто подзаработать, они в определенном режиме могут трудиться и создавать себе доход, а могут найтись те, которые на это сделают основную ставку и будут работать здесь по 7-8 часов в день. Да, для успешного старта этого бизнеса, в принципе, достаточно затрачивать 7-10 часов в неделю. И об этом говорят все, скажем так, лидеры MLM-бизнеса, известные сетевики, богатые, успешные люди. То есть, если вы в этом формате будете делать, но в течение этих 10 часов в неделю, например, активно, у вас все будет получаться. По сути дела, я еще буквально добавлю 2 минуты и начнем двигаться по партнерской программе, которая, как я сказал, является возможностью создания источника дохода сейчас. Причем быстрого роста до этого дохода. Вот. Данная возможность, она напоминает отдаленно то, что, вот, представьте себе картину, в конце 70-х годов к вам приходит, например, Билл Гейтс, Стив Джобс, господин Делл, да, либо кто-то еще, тот, кто организовал, например, Amazon.com, да, вот, кто там, Джефф Безос, по-моему, да, его фамилия. Вот. И говорят следующее. Вот то, что я собираюсь внедрить, то, что я собираюсь разрабатывать в дальнейшем, разработал уже сейчас, будет приносить миллионам людей пользу, миллионы людей за это будут платить деньги. И если ты сегодня проинвестируешь мой проект на 100, там, 150, 200, 50 долларов, 300 долларов, да, по своей возможности, ты в дальнейшем сможешь получать огромные дивиденды на то, что ты сейчас делаешь. Ты станешь мультимиллионером. По сути, ситуация выглядит именно так. К вам сегодня обращается Анатолий Дарович Юницкий. Он готов поделиться частью своей интеллектуальной собственностью, которая является нашим уставным капиталом. Вы становитесь совладельцами компании ровно на ту долю, которую вы себе приобретаете. И потом на эту долю, скажем так, получаете все те сладкие вещи, которые будут раздаваться уже в ближайшее время. То есть вы становитесь совладельцами компании, технология которой как минимум в ближайшие 100 лет будет приносить прибыль. Вот таким вот образом. Как говорит Рэнди Гейдж, я думаю, есть среди вас те, кто слышал имя этого человека, возможно, есть те, кто видел его видео в интернете. Я видел его вживую 3 раза. Вот. Благодаря тому, что он, когда я жил на Украине, он приезжал со своими вебинарами на
территории Украины. Кстати, первый город, который он посетил из стран СССР, это был Киев. Вот. Вместе с Ником Шестаковым. Первый день был двухдневный вебинар, потом, ой, семинар, потом было два семинара однодневных. Нация дупликации, это начинается. Он говорит так: если в твоей жизни не сложилось, и ты не являешься сегодня богатым и успешным, сделай так, чтобы твой род начался с тебя. Вот у каждого из нас есть такая возможность. Итак, друзья, давайте перейдем к партнерской программе. Я сейчас кратко о ней расскажу, откуда какие проценты у нас складываются, что вы можете здесь зарабатывать. И в конце, в принципе, вебинара вы можете задать свои вопросы, да, и я постараюсь на них ответить. Не буду утверждать, что могу ответить на все 100% вопросов, но, по крайней мере, попробуем, да? Коллеги, в нашем маркетинг-плане, где-то 2 месяца назад, да, образовалось 6 квалификационных уровней, 6 ступеней карьеры. Вот. И самая простая из них – это партнер. Далее у нас идет следующая ступенька карьеры, соответственно, возможность увеличения вашего дохода – это консультант, лидер, мастер, эксперт и топ-эксперт. Вот. Как я вам говорил, в нашем бизнесе, в нашей, скажем так, компании Skyway Capital есть люди, которые не имеют ни одной из этих квалификаций. Это люди-клиенты, которые по вашей, например, реферальной ссылке зашли в личный кабинет, зарегистрировались, у них есть свой личный кабинет, они разобрались с информацией, они даже могут купить акции, то есть они могут купить маленький пакет, они могут купить большой пакет, они могут купить себе рассрочку и тем не менее остаться клиентами. То есть они просто имеют возможность увеличивать портфель своих инвестиций, периодически докупая эти акции, да, то есть они могут разово их купить, это их право. Вот. Но зарабатывать деньги эти люди не могут. И по квалификационной нашей программе они тоже не имеют квалификации никакой. То есть клиент – это просто клиент. Но, как я уже говорил, клиенты тоже хороши. И у нас большое количество людей, которые прониклись идеей внедрения технологий, которые увидели перспективы ее использования, которые, скажем так, всем своим сердцем, душой и всем своим телом, да, голосуют за данную технологию, но они просто приобрели себе акции, вот, и довольны тем, что они приняли участие в этом проекте. Дальше, чтобы стать партнером, как я вам говорил, да, сложного делать ничего не придется, достаточно сделать простое действие. Вы зашли в личный кабинет, вы ознакомились с информацией, вы даже купили пакет акций, да, уже знаете, где что находится, и понимаете, что здесь можно зарабатывать деньги. Вы заходите в раздел «Инструменты партнера» в личном кабинете с левой стороны, у нас есть панелька, и второй раздел в «Инструментах партнера» непосредственно, да, это реферальные ссылки. Кстати, какой бы из разделов в «Инструментах партнера» вы не открыли, вам все время будет высвечиваться одна и та же, скажем так, страничка, на которой написано: прежде чем этот раздел будет вам доступен, необходимо подписать договор. Так вот, я вам всем настоятельно сейчас, я по средам это говорю, когда мы проводим вебинар по личному кабинету, и сейчас повторю. Друзья, прежде чем, скажем так, заняться, если вы хотите зарабатывать деньги и рассказывать людям вокруг, подпишите партнерское соглашение, агентский договор. Это сделать просто. Реферальные ссылки, там написано «подписать договор», это активная ссылка, вы нажимаете, высвечивается 5-страничный, скажем так, договор, на 5 листах точнее. Вы с ним ознакомливаетесь, и внизу есть кнопка «Согласен». То есть, нажимая на эту кнопку, вы подписываете данный договор, и после того, как сайт прогружается, вы снова заходите в раздел «Инструменты партнера реферальной ссылки», и у вас открываются 4 реферальные ссылки. Реферальные ссылки, 2 из них ведут, одна на лендинг партнеров, другая на наш сайт. Это для тех людей, которые, скажем так, от вас услышали, что есть какая-то возможность, какую-то информацию почерпнули, но хотели бы подробнее ознакомиться. Вы им даете эти ссылки, они знакомятся с информацией на наших интернет-ресурсах. Но просьба к вам такая: контролируйте людей в каком смысле. То есть дали ссылку сегодня, свяжитесь с ними завтра и уточните, ты посмотрел. Но не в плане том, что, допустим, он утром сказал, не посмотрел. Вы ему там в 11 утра снова звоните, ты посмотрел? Он говорит, нет, еще не посмотрел. Вы звоните в час, ты посмотрел? Он говорит, нет, не посмотрел. Вот этого делать не надо. Позвонили раз, он сказал, ты знаешь, еще не было возможности там и так далее, и так далее. Хорошо, давай так, я сегодня тоже занят. Вот, не буду тебя сегодня беспокоить, но просьба, обрати внимание на эту информацию, разберись с ней. Я тебе перезвоню, например, там завтра Восток. Это устроит? Он говорит, да, устроит. Все, он вам сам сказал перезвонить Восток. Вы перезваниваете и уточняете. Так вот, человек, который зашел в этот раздел, да, подписал агентский договор, он становится партнером. И с этого момента реферальные ссылки являются его инструментом. Давая эти реферальные ссылки на форму регистрации, например, в личном кабинете, да, благодаря этим ссылкам у вас появляются партнеры реферальные, то есть люди, находящиеся в вашем первом поколении. Это очень важно. Люди регистрируются, что-то для себя потом приобретают, и за это вы начинаете получать проценты. Какие проценты вы сейчас видите?
Только подписание агентского соглашения дает вам право получать вознаграждение с 4 уровней глубины вашей структуры и проценты 15% за покупку пакетов людей, которые зарегистрированы по вашей реферальной ссылке, 4% по ссылке тех, кто зарегистрирован под вами, это второй уровень, и, соответственно, далее 2% с третьего уровня и 1% с четвертого. Вот на данной квалификации у нас большое количество людей. Среди них есть те, которые только начинают строить активный бизнес, они его будут развивать и будут расти в квалификации. А есть большое количество тех, кто согласен получать, пусть там большие или небольшие деньги, изредка рекомендуя данную возможность своему окружению. Но они партнеры, и они могут зарабатывать деньги. Кто-то может, скажем так, посредством данной партнерской программы вернуть те инвестиции, которые он сделал в наш проект. Знаете, люди начинают себя спокойно чувствовать, когда вот есть такое выражение «я отбил свои деньги». Да? Мало того, любое, скажем так, выплата любого денежного вознаграждения этим людям, она укрепляет их уверенность в том, что действительно все работает, что их никто не обманул и так далее. Это тоже важно. И, кстати, если вы пытаетесь, точнее не пытаетесь, а строите партнерскую структуру, и под вами есть человек, который говорит, да, я готов активно этим заниматься, помоги мне, ваша задача сделать так, чтобы в течение первой недели постараться максимально, у него появился первый партнер с оплатой, и чтобы он увидел, что ему начислены денежные средства. То есть это очень будет хорошим подкреплением его интереса на данном этапе, да, вот, укреплением его веры, и он может активно с вами потом развивать бизнес. Потому что те, кто заявили, что они хотят быть именно партнерами, те, кто заявил, что они хотят зарабатывать деньги, для них важно в первые, скажем так, недели, две-три увидеть, что у них есть отдача, и они начинают зарабатывать. Итак, партнер, 4 уровня глубины. Вам даже не обязательно покупать пакет в этом случае. Ну, я как бы вас на это не ориентирую, потому что очень сложно кому-то другому что-либо продвигать, не имея это у себя на руках. Да? Вот, вы не можете угостить другого человека шоколадом, если у вас его нет. Но, тем не менее, у нас бывают разные ситуации, да, мы живем в странах, в которых люди немного получают. Иногда бывает даже так, человек не успел купить пакет, собирался купить там через 3 дня, начал кому-то рассказывать, и под ним сразу начинает формироваться команда, и люди быстрее покупают, чем он сам. Важно, чтобы вы подписали партнерское соглашение, договор, чтобы деньги не летели мимо вас. Вот таким вот образом. Следующая квалификация, второй уровень квалификации, вторая ступенька карьеры называется консультант. Вот начиная с консультанта, скажем так, появляются первые условия, которые необходимо выполнить. Первое условие. Вы должны сами купить акции на сумму от $100 и более. Второе. В вашем первом поколении должно быть не меньше 2 человек, которые сделали то же самое. Купили акции на $100 и более. И третье условие. Товарооборот, либо объем, да, как мы говорим, купленных акций вами лично и в первом поколении не меньше $300 США. В принципе, вот это условие, что вы 100 и 2 по 100, оно выполняет сразу, скажем так, все. Да? Что в этом случае получается? Ну, то, что вы стали консультантом, это понятно. У вас те же 15% с первого уровня. У вас со второго уже 5, а не 4. С третьего 3. С четвертого у вас не 1, а 2. И у вас еще добавляется 5 уровень глубины, с которого вы получаете 1%. То есть это то вознаграждение, которое может получать инвестиционный который получает консультант по маркетинг-плану компании Skyway Capital. Следующая квалификация, следующая ступенька карьеры называется лидер. Ну, вы понимаете, наверное, слово лидер, то есть лидер не может быть одиночкой, да? То есть вы можете быть там супер каким-то мотиватором, вот, вы можете быть супер там преподавателем, да, потому что вы многое там умеете, но лидер это тот человек, за которым следуют последователи, то есть у вас уже есть какая-то структура и команда. Вот это в обычной жизни так происходит, да? Есть там вожди, есть в стае волчьи, да, то есть у них есть свой руководитель и так далее. То есть у вас есть последователи, которые двигаются за вами, вы уже управляете, пусть небольшой, но командой. И здесь условие такое. Личные инвестиции ваши должны составлять сумму не менее $200, минимум 3 человека в первом поколении должны сделать то же самое, что и вы, и суммарный товарооборот ваш и первого поколения должен быть не менее $2000 США. Когда это происходит, то процентная раскладка следующая. 15% по-прежнему в первом поколении, 7%, а не 5, со второго поколения, это существенно, кстати, 5% с третьего, 3 с четвертого, 2 с пятого, и у вас появляется 1% шестого поколения. Это для лидера. Четвертая квалификация маркетинг-плана компании Skyway Capital называется мастер. Мастер – это уже человек, который много умеет, да? Я думаю, вы согласитесь со мной. То есть он, в принципе, в своем деле профессионал.
Поэтому он и мастер. Если вы лично купили акции на сумму не менее $1000 США, если в вашем первом поколении есть не меньше трех лидеров, то есть люди, которые достигли предыдущей квалификации, о которой мы с вами говорили буквально минуту назад, и суммарный товарооборот первого поколения и ваш личный, да, составляет не менее $5000 США, вы становитесь мастером. У вас 15% по-прежнему с первого поколения, 7% со второго, 5% с третьего, но 4% с четвертого уровня, 3% с пятого уровня, 1% с шестого. И добавляется еще 3 уровня глубины с 7 по 9, с которой компания вам выплачивает по 0,5%. Кажется, что эта сумма не очень большая, но если правильно развиваются структуры и создаются большие товарообороты, то эти 0,5% будут превращаться в солидное, скажем так, денежное вознаграждение. Это квалификация мастер. Пятая квалификация, пятая ступенька карьеры называется эксперт. Вот. Когда-то это была высшая квалификация по маркетинг-плану компании Skyway Capital. Чтобы стать экспертом сегодня, необходимо самому проинвестировать в нашу компанию, наш проект на сумму не менее $5000 США. В вашей структуре должно быть не меньше 3 мастеров. Да? 2 из них обязательно должны быть в первом поколении вашей структуры. И один может быть во втором, в третьем, в пятом, в десятом. Главное, чтобы он не входил в структуры первых 2 мастеров. И суммарный товарооборот ваше и первого поколения должен составлять не менее $10000 США. Если это происходит, вы становитесь экспертом. И тут обратите внимание, первое поколение после этого вам приносит уже 16%. Потому что, в принципе, построение сетевой структуры, оно связано с чем? Да? Не нужно терять, скажем так, квалификацию и, как некоторые лидеры говорят, сетевого бизнеса, черновую работу. Что это значит? Вы научили какое-то количество людей строить бизнес, которые пришли следом за вами. Возможно, вы также помогаете, да, развиваться тем, кто в глубине. Вот. Но когда у вас образовалось какое-то количество людей, которые сами могут уже развивать бизнес и управлять своими структурами, то есть они в квалификации, вот, например, мастер сейчас, да, вы можете себе взять еще одного, двух, трех человек первого поколения зарегистрировать, да, вы получите максимальный процент с этого товарооборота, который они создадут, и этот процент уже будет не 15, а 16. Тогда вы эксперт. Далее, второе поколение, третье, четвертое, пятое, шестое, те же самые проценты, что и у мастера. 0,5% с 7 по 9, но у эксперта еще открывается возможность получать по 0,2% с товарооборота, который создается от 10 по 20 уровень глубины. То есть это тоже может быть, очень, могут быть очень приличные деньги, большие деньги. Высшая ступенька квалификационной лестницы, карьерной лестницы, да, то есть это топ-эксперт. Топ-экспертом вы можете стать тогда, когда сумма ваших личных инвестиций в наш проект равна не менее $10000 США, и когда в вашем первом поколении есть как минимум 3 эксперта, которых вы лично пригласили в данный бизнес, помогли им развиться, и они, скажем так, догнали вас на предыдущей квалификации, стали экспертами. Суммарный товарооборот первого поколения должен составлять не менее $30000 США. Когда все эти три условия выполняются, вы становитесь топ-экспертом, и это вам уже дает 17% с первого поколения, 7, 5, 4, 3, 1 до 6, по 0,5 с 7 по 9, по 0,2 с 10 по 20, и у топ-эксперта еще открывается глубина с 21 по 24 уровень, он получает 0,1%. Вот это те вознаграждения, которые у нас выплачиваются по маркетинг-плану компании Skyway Capital. Маркетинг очень простой, в нем есть очень важная вещь, мы условия потом, скажем так, и преимущества поговорим. Вот. В данной таблице вы видите то, что я сейчас рассказывал на слайдах. Да? Партнер получает вознаграждение 4 уровней глубины, консультант с 5, лидер с 6, мастер с 9, эксперт с 20, из 24 уровней глубины получает вознаграждение топ-эксперт. У партнера нет никаких обязательных, скажем так, условий, то есть личного товарооборота, суммарного товарооборота. Да? У консультанта уже появляется. 100 личных, 300 суммарных в первом поколении, лидер 200 личных, 2000 суммарных, мастер 1005, эксперт 5000 личных, 10 тысяч суммарных и топ-эксперт 10 тысяч личных товарооборот, созданный вами, купленных акций для себя и суммарно не менее 30 тысяч в первом поколении. Вот данная таблица отражает те проценты, о которых мы с вами говорили. Но это еще не все. Буквально 2 месяца назад, да, в начале марта месяца, руководство компании приняло еще одно решение, то есть дополнение к маркетинг-плану сделали. И оно следующее. Для тех людей, кто активно развивает структуру, и для тех людей, кто, скажем так, продолжает расширять первое поколение и активно работает со своими партнерами в первом поколении.
То есть в течение одного календарного месяца, если в вашем первом поколении происходит 4 продажи, и вы, скажем так, до квалификации мастер включительно, я сейчас не беру экспертов и топ-экспертов, потому что у них процент больше, вы получаете по 15% за каждый, скажем так, купленный пакет. Причем пакеты эти могут покупать люди, которые у вас являются новыми людьми, вы сейчас их пригласили, либо те, кто зарегистрирован в вашей структуре давно, они в вашем первом поколении что-то для себя докупили, увеличили инвестиции в нашем проекте. Да? Так вот, за первые 4 пакета вы получите 15%. Как только покупается 5-й пакет, за него идет начисление уже в виде 16%, и за предыдущие 4 начисляется еще 1%. То есть фактически получается, что за все 5 купленных пакетов в первом поколении вы получаете 16%. Соответственно, эксперт, да, и топ-эксперт получает 17 и 18. 6, 7, 8, 9 пакет. Как только покупается 10, за 10 вам начисляют 17%. И за все предыдущие, которые были куплены до него, 9%. Еще 1% отдельной транзакции сверху. То есть картина уже, что вы получили за все купленные пакеты по 17%. Дальше, если структура продолжает развиваться, в течение одного календарного месяца продолжают, скажем так, делаться закупки, 11, 13, 17, там 19, раз, и 20-я проплата пошла в вашем первом поколении. За 20-ю вам начисляется 18%, соответственно, эксперту, топ-эксперту 19, либо 20, а за все предыдущие 19, которые были сделаны до этого пакета куплены, еще 1%. Соответственно, получается, что вы за все купленные пакеты получаете по 18%, либо 19, либо 20. Каждый последующий пакет, купленный в вашем первом поколении в том же месяце, приносит вам максимальное вознаграждение с первого уровня от 18 до 20%. Есть условия необходимые, которые надо выполнить. Все пакеты, как я уже говорил, покупаются в течение одного календарного месяца. Один человек может купить несколько пакетов. То есть вы знаете, да, то есть кто-то купил 1 мая, там, например, 7 мая у него деньги откуда-то пришли, да, потом он рассчитывал купить там на День пионерии, купил 19 там, числа, да, и потом он купил там в конце месяца. То есть все 4 вот эти пакета, купленные в вашем первом поколении, если он под вами зарегистрирован, они вам зачитываются. Дальше, эти пакеты, как я говорил, могут покупать люди, вновь зарегистрированные вот сейчас, либо те, которые зарегистрированы с самого начала деятельности нашей компании. Для получения данного бонуса, и это очень важно, учитываются те пакеты, которые люди в вашем первом поколении покупают в рассрочку. То есть, если у вас есть 10 человек, покупающих в рассрочку, оплачивающих по одному пакету в месяц, да, вы прекрасно можете понять, что за все эти пакеты вы получите в следующем месяце и в следующем месяце по 17%. Вот. Далее, пакеты могут быть куплены, про рассрочку я вам уже сказал. А, и самое важное, вот то, что я, наверное, не сказал, рассказывая про обычный маркетинг-план, 100% денег, да, вот положенных вам, начисляются на бонусный, пока и на акционный счет. То есть, соответственно, вот те проценты, что я говорил, 15, там, 16, 17 и так далее, точно так же идет раскладка. Положенные проценты идут на бонусный счет. Это живые деньги, так как мы называем, да, вы можете их вывести. Вы можете, скажем так, на них купить акции, вы можете их передать в другой личный кабинет своим партнерам. И у нас еще есть акционный счет. То есть руководство компании Анатолий Эдуардович Юницкий идет навстречу инвесторам, тем, кто принимает участие сегодня. Он еще начисляет, скажем так, подарочные деньги, можно так это их назвать, на ваш акционный счет. С акционного счета вы можете эти деньги потратить только на приобретение пакетов акций из раздела неакционных пакетов. Светло-серо-зеленый фон в личном кабинете наших партнеров. То есть это пакеты стоимостью от $15 до $150 000 с дисконтом от 53 до 500. Это хороший подарок от компании. То есть, строя партнерскую структуру, даже проинвестировав своими деньгами, например, на начальном этапе на $15 и зарабатывая деньги на бонусный акционный счет, вы можете с акционного счета себе значительно увеличить портфель инвестиций в нашем проекте, потому что я говорил, да, каждая отдельно взятая акция в 2017 году будет стоить $1 США. Вот таким вот образом. Здесь рассмотрен пример. Он, скажем так, корректен для людей, которые работают по маркетинг-плану нашей компании, и они находятся в квалификации до мастера включительно. Потому что вы помните, да, у нас эксперт и топ-эксперт получают с первого поколения 16% и 17%. Здесь мы взяли вырожденный пример, когда люди все в вашем первом поколении покупают пакеты стоимостью $50. Так вот, если, скажем так, в первом поколении у вас куплено 5 пакетов в течение месяца, то вы заработаете на этих пакетах $40. Если у вас куплено 10, то, соответственно, к предыдущим $40 вам еще добавится 45, суммарно будет $85.
вы заработаете с товарооборота $500 США в вашем первом поколении. Если у вас 20 купленных пакетов в первом поколении будет, да, в течение одного календарного месяца, то вы заработаете $180, потому что за 10 последующих пакетов вам еще доплатят 95. Ну и здесь у нас на рисунке есть еще два шарика, один из них под номером 21, второй как бы пустой, мы их посчитали за два. То есть за каждую последующую покупку вам будут начислять 18%. То есть вот за два этих шарика по $50 вы получите еще $18. Соответственно, суммарно, вот в таком вот виде, за товарооборот в первом поколении $1100 США вы получите $198 вознаграждения. Представьте себе картину, то что у вас в первом поколении люди покупают пакеты и проплачиваются, но у вас же есть партнеры во втором поколении. Если вы не ниже квалификации мастера, у вас 7% идет, скажем так, с товарооборота второго поколения. А если во втором поколении у этих людей есть тоже какое-то количество тех, кто покупает, например, в рассрочку, и они активно строят бизнес, то есть, соответственно, к тем деньгам, что я вот сейчас вам просто рассказал, да, добавляется денежное вознаграждение. Вот такой пример. Теперь, наверное, условия и преимущества данной партнерской программы. То есть, очень важный момент. В мире существует несколько десятков компаний, у которых есть многоуровневый маркетинг-план, у которых маркетинг накопительный. Вот у нас маркетинг-план накопительный с самого первого момента вашей регистрации в нашем личном кабинете. Все, что делаете вы, все, что делаете, скажем так, со своими партнерами, весь товарооборот, он накапливается, суммируется и никогда не обнуляется, никуда не исчезает. Это очень важно. Это гарантирует вам продвижение только в одном направлении, вверх по карьерной лестнице, если вы строите бизнес. Плюс или минус люди по-разному считают, но квалификационным у нас считается первый уровень. Я думаю, вы обратили внимание, да? То есть вас вверх будет двигать то, что вы сами делаете, и то, что делают люди в вашем первом поколении. Соответственно, работайте с ними, приглашайте этих людей, квалифицируйте тех, кто у вас просто приобрел пакеты акций, да, и изъявил желание зарабатывать деньги. Смотрите, насколько люди готовы развиваться. И если вы, например, даже зарегистрируете человек 20, 30, может быть 50, и никто из них бизнес не строит, соответственно, вам просто нужно будет давать дальше информацию людям и выявлять тех, кто готов развиваться, двигаться, и благодаря которым вы будете расти в квалификации. Вывод средств. Для того, чтобы вознаграждение, которое вы заработали на бонусный счет, выводить, необходимо на этом счету иметь не менее $30 США. Условия роста квалификации, вот мы сейчас уже говорили по второму пункту, это объем ваших личных инвестиций, объем инвестиций людей, которые находятся в вашем первом поколении. Очень важный момент. Данный маркетинг-план не подразумевает никаких обгонов и потерь структуры. Что это значит? Вам выплачивают жестко те проценты, которые соответствуют вашей квалификации, и неважно, какое количество людей там во втором, в третьем поколении вас обогнали по квалификации. Вы можете быть мастером, а под вами могут находиться эксперты. Все равно с товарооборота, скажем так, который будет у вас создаваться по уровням, вы будете получать свои проценты, и никто у вас не отнимет там структуру, никто ее не передаст кому-то другому, как это часто происходит в огромном количестве партнерских программ, наверное, в большинстве партнерских программ, потому что там существует обязательное условие. Ты должен выполнить там минимальный какой-то ежемесячный товарооборот, лично сделать. Либо ты должен сделать минимальный товарооборот вместе со своей структурой. И есть огромное количество компаний, более 50%, которые требуют и личного товарооборота, и товарооборота структуры. У нас есть то, что вы сделали. Вот за что вы сделаете, за то вы и получите. Больше не дадут. Ну и не отнимут ничего. Это тоже очень важно. То есть вы можете спокойно, систематически заниматься созданием этого бизнеса, абсолютно не дергаясь, да, потому что в большинстве, опять же, программ MLM бизнеса людей толкают к продажам. Продавать большинство людей не любят. 95% людей это просто клиенты, потребители, да, и им не нравится учиться продавать. Они могут, скажем так, да, через боль, там, через какой-то внутренний надлом прийти на какие-то семинары мастеров, скажем так, сумасшедших продаж, которые могут продать вот эту скрепку тем, кому они даже, скажем так, и не нужны. Вот. Но большинство людей не станут этого делать. Здесь вы просто сами, являясь клиентом, делитесь тем, что у вас есть хорошее. Вас никто не заставляет выполнять какие-то товарообороты. Соответственно, это вас освобождает от необходимости, да, постоянно под конец месяца, блин, накручивать себя и думать, елки-палки, опять ничего не создал. Вот мне нужно за эти три дня правдами-неправдами кого-то там пригласить, кому-то что-то продать. И, кстати, вот от этого вот именно напряжения часто люди устают. Почему в MLM-программах бывает иногда негативная такая ситуация? Потому что продавать люди не любят и в напряге не любят жить. Да? Вот. Я не хочу сказать, что у нас здесь можно ничего не делать. Нет, вы не заработаете ничего, если ничего не будете делать.
Но когда вас не будут дергать, да, когда у вас не будут, скажем так, наставники сверху звонить, говорят, слушай, у тебя вот товарооборот должен быть такой, ты его не выполнил до сих пор, и вы начинаете, либо чувство вины у вас начнет расти перед наставником, потому что у него есть свой товарооборот, да, вот. Потом чувство вины по отношению к себе, что вы вот такой ленивый, бестолковый, вы не смогли чего-то сделать, и так далее, и так далее, что тоже не положительно. И вот так как у нас маркетинг накопительный, это очень здорово. Минимальная сумма инвестиций для того, чтобы получать серьезный доход, $15. То есть вы сами можете приобрести, как я говорил, минимальный пакет. Да? И дальше просто-напросто делясь информацией, накапливать денежные средства на бонусном, на акционном счете, с акционного счета покупать пакеты и так далее. Но вы знаете, что в развитии нашей компании есть целый ряд промоушенов, это так называется, выполняя которые, в дальнейшем их будет больше, вы сможете, скажем так, путешествовать с нашей компанией, посещать какие-то, скажем, экзотические страны, наверное, в будущем. Кипр нельзя назвать экзотической страной, но я знаю, что вот сейчас, в конце июня, лидеры региональных структур, которые выполнят определенные условия, бесплатно поедут на Кипр. Вот. Там будет несколько дней, скажем так, и отдых, и обучение, ну и много чего интересного. Да, есть целая программа. Второй очень важный момент, который не требуется в нашей партнерской программе, от вас никто не требует подтверждать свою квалификацию. Опять же, если мы вернемся к большинству партнерских программ, там существуют такие моменты. Где-то вы ежемесячно ее должны подтверждать, да, там, где есть обязательный товарооборот и так далее. Чтобы не падать в квалификацию, не уменьшать процент, вы должны это выполнять. Где-то раз в полгода, где-то раз в 3 месяца, где-то раз в год нужно делать такой товарооборот, который соответствует определенной квалификации. У нас такого нет. Кстати, в ежедневной жизни, в повседневной жизни, в которой большинство людей живут, от квалификации тоже много зависит. Чем выше квалификация у вас в вашей специальности, да, тем больше вы получаете. И есть такие понятия категории, разряда, классности, да, и так далее. Чем выше они у вас, тем больше вы получаете там, где вы работаете. Но вот эти вот вещи, категория, классность, разряды, их надо подтверждать периодически. То есть там с определенным интервалом в этой профессии проводятся какие-то либо курсы повышения квалификации, либо просто, скажем так, вас проверяют, соответствуете ли вы той квалификации, за которую вам платят. Если вы это не подтверждаете, вы падаете в квалификации, вам уменьшают доход. А у нас такого нет. У нас высокий процент выплат с первого поколения может быть до 20, и высокий уровень глубины, да, до 24 уровня вы можете получать от 0,1 до 7%. Это тоже приличное вознаграждение. Нет ограничений по количеству тех, которых вы можете пригласить за собой, по вашей реферальной ссылке зарегистрировать, да, и вместе с ними развивать бизнес. Но есть определенная степень разумности. Я так это называю, да. Смотрите, опять же, возвращаемся, может быть, к такой теме очень важной. Цель. Ради чего вы это делаете? Вот Анатолий Эдуардович Юницкий, это его детище, да, он на это, ну, не то чтобы он не угробил, он наоборот потратил, развивает, да, ну, там, порядка 40 лет своей жизни на то, чтобы это внедрить. То есть это то, на что он, как мы говорим, положил вот жизнь, да, продолжает этим заниматься и так далее. Это его цена. Вот. Для вас данная возможность может являться чем? Вы хотите поддержать Анатолия Эдуардовича Юницкого, это понятно, но это еще инструмент для создания той жизни, которой хотите вы. Да? Я знаю, что зачастую во многих программах MLM-бизнеса люди делают большую ошибку. Они с головой в него уходят, да, они пытаются, скажем так, захомутать всех родных и близких, которые вокруг. Это не получается, если они еще это делают сами, да, потом они правдами-неправдами пытаются их уговаривать, потом что-то делать еще, в итоге настраивают против себя, скажем так, членов семьи, знакомых, друзей, вот, и пытаются 24 часа в сутки заниматься этим бизнесом. То есть, помимо того, что люди как бы не совсем согласны с чем они занимаются, с идеей самой, эти люди еще чувствуют, скажем так, что потеряли вас, вы на них совсем не обращаете внимания. Это могут быть жены, это могут быть мужья, дети, внуки и так далее, и так далее. То есть я вас хочу предостеречь, чтобы вы этого не делали. Запланируйте для себя, сколько времени вы можете этому уделить, но не забывайте, что помимо того, что вы делаете сегодня вместе с нашей компанией, есть еще просто жизнь, которая намного шире любого бизнеса, жизнь намного шире любых денег. Самое ценное в этой жизни, в которой мы с вами живем, это глаза тех людей, которых мы любим, которые любят нас. Да? И чем чаще мы их будем видеть, я думаю, тем счастливее мы будем. Конечно же, это хороший инструмент для получения дохода, и вы можете эти глаза сделать счастливее. Если за вами сразу не следуют какие-то близкие за вами люди, да, постарайтесь уделять этому бизнесу время, серьезное время, но не забывать про них, и у вас будут положительные результаты, и, возможно, я не делаю 100% однозначно, возможно, эти люди увидят всю прелесть данной возможности и будут вместе с вами это делать. Но им дается право с вами этого не делать, правда?
Они могут любить свою профессию. Они могут быть врачами, преподавателями, они могут быть да кем угодно, комбайнерами и так далее, и так далее. Да? Им нравится делать то, что они делают. Но они вас воспринимают таким, каким вы есть, они вас любят и позволяют вам зарабатывать большие деньги для того, чтобы ваша семья была счастливой. Это тоже очень хорошо. Главное, чтобы большинство людей, которые вас окружали, если вы правильно все построите, не совали, как мы говорим, вам палки в колеса. Да? То есть они просто вас любили, они желали бы вам всего хорошего, добра, в хорошем смысле. Потому что вы знаете, когда мы прощаемся, говорим «всего хорошего», это не значит, что человек вам хорошего желает. Вот. Поэтому насчет вот того, что я говорил, да, количество людей в первом поколении, соизмеряйте свои усилия и возможности. Потому что если вы, например, зарегистрируете сразу там около десятка активных людей, которым будет требоваться активная помощь, их надо научить, как правильно все делать, да, там, по личному кабинету и так далее. Им нужно помочь начать строить структуру. Вот. Если они в течение дня будут вас доставать этими вопросами, 24 часов вам не хватит. Если вы в таком режиме проработаете 2-3 месяца, то вы сами начнете уставать, но вы обратите внимание, что, скажем так, пошел какой-то надрыв в ваших семейных отношениях, либо в отношениях с вами родными и близкими. Поэтому планируйте так, чтобы в день вы тратили на это, скажем, от 2 до 4 часов, может быть, до 5, да, в крайнем случае, если ваши родные и близкие на работе. Делали это активно в течение этого времени, да, большего времени не нужно. Вот. И у вас все будет получаться. И важный пункт наших преимуществ, да, наших, скажем так, особенностей партнерской программы, то, что бонусное вознаграждение, как я уже сказал, начисляется вам на бонусный счет, это живые деньги, и на акционный. То есть хороший подарок, на который вы можете приобрести себе дополнительные акции, увеличив тем самым портфель инвестиций в нашем проекте. И чем больше этих акций у вас будет, вы понимаете, да, чем больше дивиденды вы сможете получать тогда, когда они будут распределяться от прибыли. Вот, по сути, то, что я вам хотел сегодня рассказать. Не знаю, может быть, долго получилось, может быть, нет. Всегда хочется разжевать, всегда хочется, скажем так, объяснить людям, как лучше поступать, да, вот. Но не факт, что все люди потом так поступают, потому что, в принципе, есть у нас проблемы, скажем так, с нашими партнерами, которые, к сожалению, сломя голову начинают что-то там делать, регистрировать людей, скажем так, на потом пытаются взять у них паспорта, чтобы подписать, например, договора на акции, те люди не дают, говорят, ты что, обалдел, куда ты меня втянул, вот этого делать не нужно. Будьте честны с собой, будьте честны с людьми, доносите информацию просто, доносите информацию правдиво, говорите только о том, что есть, да. Сразу хочу сказать, не говорите только, вот опять же, ту информацию, которую вы доносите, убедитесь в ее правильности. Потому что у нас куча мнений, куча, скажем так, каких-то слухов. И вот слухи распространять не нужно. Потому что потом за них приходится краснеть. А вот чтобы не краснеть, кстати, бизнес по MLM программам, да, сетевой бизнес, это бизнес нормальных человеческих взаимоотношений. И здесь вы никого не можете заставить делать то, что он не хочет, да. То есть вы не можете быть начальником для людей, они на добровольной основе с вами сотрудничают. Если вы покривили душой раз, и они это увидели, вы знаете, вернуть, скажем так, на 100% доверительное отношение ваше уже практически невозможно. Так бывает. Людей нельзя обмануть больше одного раза. Нет, вы можете их обманывать много, да, раз, но достаточно одного, чтобы потерять свой авторитет. Вот таким вот образом. Так, друзья, если есть какие-то вопросы... Я проплатила пакет акций еще в апреле, до сих пор не могу загрузить скан паспорта. Как только дойду до загрузить файлы, мне выдают размер должен быть 51,2 байта, а мой скан 31, да, и тут я ничего не понимаю. Ну, я вам могу предложить только следующее. Вот я не знаю, рядом ли с вами находится ваш наставник, вы можете зайти, вот тот скан, что вы сделали, открыть его программой Paint, да, есть такая, самая простейшая, она есть на каждом компьютере, вот. И когда вы зашли в этот скан, там есть целый ряд функций вверху, выбрать правка, и там есть изменить размер. Вот нажмете изменить размер, да, и у вас там будет 100 и 100, поставьте 200 и 200. Вот, нажмите ОК, сохраните. И высока вероятность, что, скажем так, объем этого файла вырастет почти в 2 раза. Соответственно, он будет 51 с лишним килобайт, да, и вы сможете его подгрузить. Вот и все. Но это самое простое. Я не считаю себя большим специалистом, скажем так, во владении компьютерными программами, но это то, что я делал, когда мне нужно было, например, подать на госуслугах, да,
оформлять загранпаспорт. Мне тоже приходилось увеличивать фотографию, там, менять ее в размере, чтобы она вписывалась в ту, скажем так, рамку, которая там была. Так. Если у меня рассрочка заканчивается в сентябре с дисконтом 600, будет ли у меня возможность приобрести еще с таким дисконтом? А то техподдержка сказали, что если досрочно оплатишь, тогда будет возможность приобрести. Смотрите, руководство нашей компании сказало следующее. Да? Всем добросовестным плательщикам рассрочки, которую вы купили, по окончанию, скажем так, действия рассрочки, если вы ее выплатите в срок, как положено, будет предоставлена возможность купить пакеты акций по этой рассрочке. Поэтому я не являюсь, правда, скажем так, Анатолием Эдуардовичем Яницким, но раз они это заявили, соответственно, если вы будете просто выплачивать по одному пакету каждый месяц до октября, вот как вы это делаете, я так понимаю, да? Но вы знаете наши условия? А, нет, для дисконта 600 этого не будет, да. Это для других дисконтов, для пакетов, которые куплены после 23 января, у нас есть вот те акционные, скажем так, условия. Приведи трех человек, которые купят на $25 либо больше, либо сделай двойную оплату рассрочки, еще дополнительный платеж. Для вас, у которых рассрочка 600, эта возможность сохраняется. Так, вверху больше вопросов нет. Смотрим, что у нас внизу. Ну, в принципе, написала вам, то есть еще одну рассрочку. Да, вы можете, да, если вы досрочно погасите рассрочку, то сервис у нас сейчас настроен таким образом в капитале, да, что в той таблице, в которой вы оплатили рассрочку, вверху понимается кнопка, да, что вам предлагается купить еще одну рассрочку с таким дисконтом, который у вас был. И вы можете эту рассрочку оформить. Вот таким вот образом. Есть ли у вас ко мне еще какие-то вопросы? Если вопросов нет, ну, все-таки поздравлю вас с наступающим праздником. Не знаю, все ли его празднуют. Для меня этот праздник важен. Я вырос в такой стране, как СССР. Я, например, планирую 9 числа пойти в Москве на Бессмертный полк принять участие. Да? То есть будет, я думаю, что огромное количество людей. Я знаю, что в России примерно... Цифры говорят о том, что более 10 миллионов человек планируют принять участие в этой акции. Мой дед воевал, вот, поэтому, скажем так, пройти с его портретом, я считаю, это нормально. Вот. Поэтому хочу поздравить вас с наступающими выходными. Вот. Те, у кого не будет выходных, да, просто скажу вам, отлично провести субботу-воскресенье, если у вас понедельник будет рабочим днем. Да. Всех поздравляю с праздником. Всем хочу сказать спасибо, выразить свою благодарность за то, что принимаете участие в нашем проекте. Благодаря вам мы продвигаем эту технологию. Да? Благодаря таким людям, как вы, наш проект развивается. Вот. Давайте вместе его будем двигать дальше. Ну и, наверное, хочу сказать, что с вами мы увидимся, наверное, ближе к концу мая. То есть иногда нужно отдыхать, поэтому, скажем так, вебинар сегодня, наверное, заключительный для начала мая. На следующем вебинаре мы с вами встретимся 25 мая по личному кабинету компании Skyway Capital в 17 часов. Поэтому буду рад видеть вас на этом вебинаре. Еще раз всем хороших солнечных весенних дней. Ну и до новых встреч. До свидания. Спасибо за внимание.